включил счетчик для дорожников и управляющих компаний. Сегодня на оперативном совещании в администрации города Александр Перескоков поручил вычистить город за 33 дня. Таким образом, Киров должен быть подготовлен к празднованию Дня города. Кроме того, что улицы должны быть прибраны, необходимо, чтобы у каждого офиса и у каждого дома появились клумбы и цветники, заявил Перескоков. Ими в текущем году должно быть засажено не менее 100 тысяч квадратных метров. Начиная со следующей недели, руководители всех городских департаментов, управлений будут отчитываться о ходе работ по озеленению города.